Приветствую, дорогой товарищ на Роли Гейм Онлайн. Это Росси, и я предлагаю тебе подписаться на мой новый телеграм-канал, в котором будут освещаться новости по киноиндустрии и по видеоиграм. Добро пожаловать в семью и приятного просмотра. Ну что, друзья, продолжаем играть Сталкера. День Чернобыля. В прошлом видео мы с вами сходили на и Игропром, значит, нашли тайник Делка. Немножко повоевали с военными, забрали, точнее, украли у них документы. И теперь у нас есть задание. Так, тихонечко. Вот, у нас есть задание отнести документы бармену или же. Опять же, отнести что-то, сообщить по поводу убийства вожака тоже бармену. И два задания у нас есть для Сидоровича. Давайте начнем, наверное, с Сидоровича. Сразу ему занесем. Что там у нас перевеса нету? Нету. Перевеса нету. Нету. Вставим глушительный пистолет, пожалуй. Так, граната РГД-5 и F1. Хорошо. Но пока они нам не нужны. Сейчас я немножко сверюсь с картой. По пути, наверное, зайдем сейчас сюда на свалку, заберем наши манатки и понесем их Сидоровичу. Прогрузочка. Ебаться. Так, давайте, наверное, сразу выберем задачи. Вот, защита лагеря, так, бармена тоже. Уничтожить бандитов не Агропром, вот к Сидоровичу. Правильно же, правильно, на кордон пойдем. Только по пути зайдем. Тут, как обычно, война какая-то происходит. Где там он, падла? Добрый вечер. Эки, потерянный не надо. Спрятан рюкзак. Гранату возьмем, бинтик возьмем. Блять. Взял случайно калаш. А что тут? Ага. Опа. Только что где-то было, блин. А, защита нужна, да? Ладно, ладно, все, выхожу. Начинает это мне. Не консерв, у меня внимание, есть консерва, колбаска, хлебушек. Все хлебушком подхаваем. Так, я пришел за своим этим. А трупов все добавляется, в прошлый раз только один тут тип лежал. Они как будто их сносят сюда. Так. А что тут у меня? Ну, аптечки заберу. Пожалуй, заберу бинтов. Хуй той страдаю. Нет, все бинты сюда. Нельзя все забрать, я хочу все забрать. Понятно, надо только клацать. Патроны мне пока не надо. Брез. Автомат можно продать, вот этот. Ну, с ним и пошли. С таким автоматом. Так, я же, кстати, выбрал на кордон. Ну. Данные. Контакты. Тимка пельмени. Я считаю, это наш самый главный контакт.
Да? Вот. Послушайте, мужики. А вот не хочу слушать. Да, я ж сильно бежать не могу. Сейчас мы попадем на кордон. Стоп. Военный блокпост. Приготовить документы. Па-па-пам-пам-пам. Сейчас мы занесем документы. Точнее, не документы, а сообщим Сидоровичу, продадим автомат. Может, каких-то патронов у него купим. И надо будет отправляться к бармену. Что за звуки? Не понял. Ты кто? Ты же боец. Лёня Косяк. Чё тут лазишь, Лёня Косяк? Ну, хоть уже не бандиты. И на том спасибо. Так. Показывают? Нет, не показывают. Какие мужики? Вон мужики ходят, блядь. Мы с Тамарой. Будем парой. Собака. Ну что, друзей позвала, что ли? Ты зараза какая живучая. Это уже против меня пошла стрельба. Это гарантию даю, блять. А патронов на автомате так мало. Такое дело, опа. Конечно, мне эти бандиты и нахер не надо. Но и не убивать я их тоже не могу. Трюп. Что ж ты, Вова, шпала? Бля, я маслину поймал! Вот она, козырная фраза. Нормально. Кореш, помоги! Не помогу. Тебе надо было, чтобы его собаки вот эти дикие сожрали. Ты что делаешь? Вы что, в себя уверовали, что ли, а? Я-то быстро вам пресеку. Аптечка, тушеночка. Ничего себе, блин. Давно я вижу, меня тут не было на кордоне, распоясались все. Так, это свалка. Кордон где-то. Нормально. Ну, еще одна псина. Тутулая. Что-то мне так патронов мало на все. Я тогда, когда с военными воевал, походу, все высадил. Протуха. Ты так не этот. Ну и что делают, а? Вы что? Собачатки. Нифига себе, блин.
Энерджайзеры надо выпить эти. Видели, как он бандита тащил? Кушать. Пистолетами моими. Значит, я туда пистолеты спрятал. А вы шо, падлы? Значит, воруете? И документы на базу. Да сраки мне ваши документы. Я вообще по-другому квесты иду. Так, что я хотел почитать? Я хотел почитать операцию Агропром. Карта, схема. Че там, че там? А, вы все эту свинку Пеппа валите, да? Отношения враг. А кто, что, почему? Почему мы враги? Что между нами случилось? Какая кошка пробежала, что мы стали врагами? Вот с этим существом. Непонятно. История умалкивает об этом. Понятненько, нет, мы так не пойдем, мы обойдем. Кстати, спасибо вот за комментарий по поводу, что нужно вернуться в тайник и посмотреть по углам. Обязательно это сделаю. Сейчас сначала сходим к Сидоровичу, потом зайдем и заглянем в тайник по углам, а потом, наверное, отправимся к бармену. Да, так что я хотел... Я хотел читать. Журнал, карта, схема охраны, отчет следственной группы. Отчет следственной группы для служебного пользования. Руководство проекта «Истина» полковнику СБУ Кручельникову ВМ от руководителя группы «Поиск-2» капитана Максименко ДФ. Докладная записка. Наша группа в составе трех следователей и отделения спецназа СБУ в период с 12.05.2012 по 25.05.2019 провела обследование помещений. Что такое? Что происходит? Я что, не туда иду? Да, не туда, ладно. Извиняюсь. Че, кабаны, что ли, дикие? Так. Продолжаем. Журнал. Операция. Так. Провела обследование помещений бывшего научно-исследовательского института земледелия на радиоактивно зараженных почвах НИИ Агропром. Большинство оборудования и документации исчезли в неизвестном направлении, однако даже то немного, что удалось найти, позволяет сделать следующий вывод. В период с 2005 по 2008 годы институт научными изысканиями по своему профилю не занимался. В результате его работ, полученные Министерством сельского хозяйства, сфабрикованы. В то же время, получая под государственные программы финансированное оборудование и расходные материалы, руководство НИИ в лице директора Стрижа Петра Даниловича по липовым накладным переправляло все это в некую лабораторию X-18 под видом проведения экспериментов в подсобном хозяйстве института. Судя по всему, используется кодовое название, принятое в группы лиц, проходящих по данному делу, поскольку лаборатории с подобным номером в нашей базе данных нет. Исходя из анализа найденных документов, можно предположить, что она находится на расстоянии часа езды на машине от НИИ Агропром. Вероятнее всего, речь идет о глубоко законспирированной лаборатории, поэтому предлагаю подключить для ее поиска наш аналитический отдел. Чем занималась эта лаборатория, понять из имеющейся информации не представляется возможным. В найденных документах речь идет о небезызвестном профессоре Чубко и упоминается некая группа. По моему глубокому убеждению, на сей раз мы нашли наконец нити, и аналитическому отделу будет чем себя занять. В приложении заархивирован файл с накладными передачи расходных материалов оборудования в некое подсобное хозяйство института и отрывок приписки Стрижа с Чубко. Капитан Максименко, ДФ, 26.05.2012. Профессор Чубко ВМ от руководителя НИ Агропром доктора аграрных наук Стрижа ПД. Здравствуйте, Вадим Михайлович. Как мы и договаривались, ссылаю в наше подопытное хозяйство очередную партию расходных материалов и оборудования для проведения ваших столь нужных для сельского хозяйства экспериментов. Финансирование эксперимента я провел как натуральные эксперименты по темам нашего института, так что в министерстве проблем не будет. Как идут эксперименты? Я до сих пор нахожусь под впечатлением от того, что вы показали мне в прошлый раз. Искренне ваш Стриж ПД. ДАН Стрижу ПД. Премного благодарен.
Петр Данилович, все получили. Где-то потерял, потерял, потерял. Все получили, мои ребята в восторге от лазерного спектрометра. Если бы не вы, я бы долго пробивал через своих эту модель. Но Министерство сельского хозяйства, конечно, будет благодарно получить наши результаты. Рассмешили старика. Эксперименты идут своим чередом, и то, что вы видели в прошлый раз, меркнет по сравнению с тем, что мы уже достигли. Подъезжайте почаще, всегда рад вас видеть, тем более, что на машине до нашего подопытного хозяйства, как вы выразились, всем ехать час, не больше. Да, совсем забыл, у меня для вас есть новость. В следующий понедельник я буду обсуждать вашу кандидатуру с группой. Я думаю, они меня поддержат. Искренне ваш, профессор Чупко. Профессор Чупко... Руководитель Неагропром наук постарается отправить вам его участвовать в подобном эксперименте. Я думаю, мечта любой ученый. И если меня примут в группу, я буду просто счастлив. Искренне ваш, Стриж. ПС. Я выбил министерство для новейших, два новейших японских широкополосных осциллографа и переправлю их вам с первой же оказией. Вот так вот этот момент был, наверное, всем неинтересен. Возможно, кто-то его промотал, возможно, кто-то закрыл видео, но тем, кто остался, мы продолжаем. В общем, все понятно, документы, которые мы украли, в них говорится, что СБУ провела проверку вместе с группой захвата, и они определили, что не все так чисто было в этом НИИ Агропром. То есть, денежка выписывалась, списывалась, но не туда, куда надо. Деньги. Жрать-то да, хочется. Ва. Такой он прям. Бэтмен. Что притащил? Привет, Сидорович. Базарить будем? Я по поводу задания. И что я получил? Задание выполнено. 1500, патроны. Гранаты РПД. Так. Понятно. Что у тебя есть? Ну, мне автомат дали, да? Блять, по 200 рублей, это пиздец. А там вроде по 1000. Не? Показалось, наверное. Выверт. Я им не пользуюсь. Огненный шар тоже не пользуюсь. Хвостик собачки возьмешь? Возьми хвостик собачки, Сидорович, не хочешь? И морской еж тоже. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Ты доволен. Хорошо, что там у тебя работа есть? Притащить хвост псевдо собаки, убить трогового представителя, защитить место от мутантов, найти артефакт медуза. Так. Мы по поводу задания. Так. Сейчас поищем, что там у нас, да. Я, мы уже так далеко пошли. Задачи. Вот. Где они находятся, эти собаки? Я их столько перестрелял и не нашел. Ладно, по пути, если собак встречу, настреляю. Нет, значит нет. А патроны сейчас я посмотрю, какие я хотел себе. Ну, удачной охоты, сталкер. Пока-пока. Покусики. Так, что тут у нас? 40 патронов, да? А что ты кушаешь?
Ты кушаешь вот эти 9.18, значит, да? Хабар принес. Пошел ты, мне интересно другое. Вот они. Блять, какой комбинезон. 35 штук стоит. А мне только 20. Эх, жаль. Ладно. Вот так вот возьму. Неплохо. Короче. Вот так бы всегда. Пошел. Ну, удачной охоты, сталкер. О, все. Немножко, так сказать, подзарядились хорошим настроением. Валим теперь обратно. Так, тут я все забрал, да? Вроде да. Внимание. О, фонарик, блять, охуеть, я фонарик нашел. Как я в прошлый раз не мог его найти? Вроде все кнопки клацал. Не знаю. А тут вся война происходит. Сука, можно найти их ножом резать. Токанов. Не знаю, я их так прорежаю. Так прорежаю, они что-то такие живучие, не знаю даже. Смотри, падла. Блять, ты сзади не зайти. Я думал, что я самый хитрый, блять. Сейчас я тебе помогу. Кому тут помощь нужна была? Тебе? Уже не надо. А где брат, брат, братуха, ты где? Труп, труп. И ты труп. Там все трупы, кому тут помогать? Тебе что ли? Ну так давай я помогу. Блин, ребята, вы меня зовете на помощь, я не понимаю, кто это делает. Я ж хочу как лучше помочь вам. А, ты, наверное, да? Нет, не ты. Может, на втором этаже кто-то? Пацаны, выручайте! Да. Братушка. Чего ж ты сразу не клавишу? Что у тебя там болит? Показал, где болит. Нет, все-таки обалденное место. Нигде ага. Накрошили бандитов, а все-таки обалденное место. Надо, короче, к бармену к этому зайти. Может, у него там что-то получше есть. Кстати, если кто знает, подскажите, где найти ВСС. Я не знаю, что у него так вцепился, и зачем он мне вообще нужен. Мне как бы и калаша хватает, но очень хочется. О, 200 патронов, нормальный. Что-то я подустал им бежать как-то. Бежал, бежал. И подустал. Лешка-стрелка.
плешечка. Собаки-барабаки. Это что, все? Ну да, получается все. Пожали. Пожали, я думал, там что-то серьезное есть. Что там у меня с моей курткой? Блять, она в состоянии, то у нее галимая. Тихо, тихо. Собачата, я не хочу стрелять, идите своей дорогой. О, кто-то добегался. Из собачат. Тут наши так нормально обосновались. Блин, ну это же мелодию играете. Ничего нового. Повеселее что-нибудь можешь, а? Я хочу отсюда уйти, я хочу уйти. Кстати. Да. Покинуть эту грешную территорию. Так. Кстати, привычка с Counter-Strike. Вот это бегать с ножом. Знаете, типа, что оно будет быстрее. Я когда был молодой, тоже в Counter-Strike играл. Сейчас реакция не та. И тогда была не та, сейчас тем более. Устали. Надо было у Сидоровича купить энергетики, если они у него были. Я уже что-то не обратил внимания. Папки, что, куда она нас там ведет? Ну да, она нас ведет вообще в новую локацию. На Росток. В темную долину. На агропром, на свалку. Но нам на Росток надо, как я понимаю. Привет, один пацаны. Сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Класс! Да уж. Да-да, такое что-то. Че, пойти глянуть что-то? Че, я не смотрел? Интересно. Аптечки. Хорошо. А, блин, бесит. Всем прием. Говорит, состава долго на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долго. А кто вы такие? Чтобы я вам верил.
еще он Припять целая есть. Ух ты! Неплохо, сталкер. Оставил таки мутанта. Но особой прытью не отличаешься. Так что если хочешь пройти, придется платить. Шо? Такое что-то. Если бы не я, мне было бы меня. А, у меня перевес, блядь, походу, да? Ну да. 200 грамм. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. А почему? Дальше находится наша территория, база группировки Долг. И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Дело к бармену. Да, бармен сообщил нам о тебе, ты можешь пройти. Спасибо тебе, что помог нам отбиться от кабанов. За услугу возьми заслуженную награду. Что тебе есть? О, братан, дай мне свой энергетик. А я за тебя дам по собаке. Продашь еще, блядь, будешь в этом. В наваре. Все, пропустили меня в их бахадельню. А что это у вас на территории аномалии всякие? А? У, сейчас как швырнул, блядь, как швырнул. Вяу. Тут я буду первый раз. Да. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас интересного, цикавого. Блядь, и тут сразу же кто-то с кого-то убивает, стреляет. Кто ты? Кто ты, воин? О, аптечка новая какая-то. Научная аптечка. То есть обычная. Я энергетику купил. Надо вот это сначала варить. Блядь. Вот это да. Нихуя себе. Смотрите, меня понесла собака. И как это мерзко, они меня схапали. На тупаша, надо было себе под ноги кидать гранату. Держись, брат! Что за хрень, блин? Я не хотел в него, я стрелял по собаке, я его спасал, дурачка такого. Да пусть тебя собаки сжирают, дебин. Раз ты такой дружочек мне, то... Сюда, хлопцы, блядь. Я вас сейчас накормлю, блядь. Куда, шавка ты, собака сутулая? Блять, заклинило. Ветераны Чернобыля,
Не, вы такие нормальные ребята, у вас там такая хрень происходит под этим, блядь. Шалом, православная. Я по делам. Иди своей дорогой, Стап. Мы всегда рады новым посетителям. Арина. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Защитить тут много так. От растущей зоны. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходите в бар. Проходи, не задерживайся. Ты кто? Проходи, не задерживайся. Метрополитен. Тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Че вы агрессивничаете-то? Осведомите. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. А сейчас подойду. Дайте пошариться сначала. Не тормози. Моя информация может тебе пригодиться. Энергетика. Да пошел. Так. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома? Бля, как Сидорович прям. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скину. Значит так, по документу, который ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию, похоже на заброшенные подземные помещения в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта. И чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X-18. Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документа. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? Эх, вот всегда бы такая плохо была. Эх, чё это, если прикинуть? Пиши, я сдал. Ага, точно. Прикинь. На комбинезон сталкера получил. Да если бы еще хабар не хуже. Что у тебя есть? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого... И-86. Там у меня попизже будет. Не-не-не. Вот это забирай. А я то одену. Ой, ну давайте я что-то продам, так и быть.
Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебе сюда нельзя. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Хорошо. Пожрать бы чего хорошего. Так вот нет. Ты не в подземелье, скажи. Так я это знал. Понятно. Короче, 4000. Подходи, сталкер. Для того, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебе сюда нельзя. Да я туда не иду, задолбал. Проходи, не задерживайся. Так, хорошо. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, на где даче, можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как позаработать, подходите в бар Сторинген. Мы всегда рады новым посетителям. Так. Понятно. Пробраться на базу, собрать ключ, выбраться с базы, найти вход в лабораторию. Интересно, когда я буду искать костюм специально радиационный. Опускают его еще раз, достали, спрашивают. Артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают. Артефакты, бабло есть? Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Дно мутное, ни хрена не видно. Еще одна шутка за 300. А. Вот, теперь я солидный дядька, блядь. Теперь груз у меня сумасшедший. Тайник, наверное, где-то. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как позаработать, подходите в бар Сторинген. Мы всегда рады новым посетителям. Интересно. То, что я делаю, это законно? Черт, я знаю, что я сюда поперся вообще. Характер такой. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходи в бар. Зачем пришел? Подходи, раз пришел. Ну, иду. Коль не шутишь. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, полковник Петренко, хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как позаработать. Зачем пришел? Подходите. Просто подходи, так. Раз пришел. Сторинген. Мы всегда рады новым посетителям. А что случилось? Срочно уничтожить врагов. Внимание, обнаружены враждебные элементы. Ну, хрена, не понял, а что они меня расстреляли, как собаку? Ого. Ой-вей. Ну, зато я буду знать, что не надо там указу 4000 отдавать. Защитите
все-таки ловко гранату в ручке подкидываю. Сержант. Мы всегда рады новым посетителям. Ну, вот это можно. Вот это можно. Логово собак. Куда она меня повела, что-то я не понял. У вас тут логово. Линейки ни хера нема. Так, пошли искать логово собак. Сука, не разбегайтесь только на разе. Блять, нихера себе. Нихера себе. О, и за руку меня потащило. Ну, не зараза такая, а? Нет, то, кстати, вот это с логовом собак надо сейчас что-то будет придумать. Что-то надо будет придумать такие. Главное надо тут и собаку сразу отстрелить, чертовой матери, а потом полегче будет. Я вам говорю, потом будет полегче. Так, задание сначала взять. Оп, опа. И нихерена, блядь. Так, привет, братуха, мне нужна работа, что есть на примете, значит, у вас собак, я беру, все, пока. Это, блядь, животное такое страшное. Изи-бризи. Привет. Ломать мясо? Угу. И пока. Иди своей дорогой, Сталкер. Иду. Подходи в бар. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить... Проходи, не задерживайся. Наша общая цель... Черт, меня держит. Ребятки, выкладываем все, что у вас есть. У меня всегда есть кое-что некоторые учиться не хотят. Может тебе пригодится. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ничего не хотят, кроме бабок. Походи.
Здорово, Меченый. Принес духов. Отлично. Значит, все, что нужно. Так, на этом, наверное, все. Дальше продолжим с этого места. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч и пока-пока.